Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков». Наталья Поспелова. И сегодня мы поговорим по рынку 11 июля 2019 года с нашим коллегой, с нашей коллегой, трейдером и управляющей активами из Москвы Натальей Поспеловой. Наталья, приветствуем вас. Добрый день, Игорь. Добрый день всем. Мы тут глумимся над долларом. Он падает, а мы все ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ваша позиция по доллару, по рынку в целом? Ну, похожая, наверное. Похожая. Так, давайте посмотрим, как на этом можно заработать с вашей точки зрения. Ну, давайте посмотрим. Откроем рабочий стол. Видим хорошо. Ну вот, отлично. Ну, сегодня у нас не так уж много событий по экономическому календарю. Германия опубликовала окончательные данные по инфляции CPI. Вот, сегодня Европейский центральный банк обнародует протокол июньского заседания по монетарной политике. Вот, и рынки там, наверное, попытаются найти какие-то указания на дальнейшие шаги регулятора. Ну, как ожидается, он тоже, скорее всего, будет голубиным, вот, укажет на дополнительное стимулирование, скорее всего. А потом в 15.30 у нас США представят отчет по инфляции CPI. Также еженедельные данные по безработице, которые, в принципе, могут оказаться хуже прогноза. Ну, помимо отчетов, сегодня будут выступления представителей ведущих центральных банков, их достаточно много. Вот, например, глава Банка Англии Марк Карни прокомментирует доклад по финансовой стабильности перед банком. Он тоже может затронуть вопросы рисков для финансовой системы, и, в общем, соответственно, какие-либо его заявления могут оказать влияние на рынок. Потом представители Европейского центрального банка ИРЭ выступит у нас во Франкфурте сегодня с лекцией по инфляционным ожиданиям. Вот. Ну, конечно, маловероятно, что он сообщит что-нибудь новенькое для нас, да, что мы еще не слышали. Но, тем не менее, потом, ну, как бы такое немаловажное событие, это выступление Джерома Пауэлла, второй день его выступления в Конгрессе США. Вот. Но сегодня он будет выступать перед банковским комитетом. И поэтому, ну, как бы, вроде, с одной стороны, он как бы и не должен быть, не должен подвинуть рынок сильнее, чем вчера. Но, с другой стороны, как бы ожидается, вот из-за того, что это банковский комитет, как-то больше конкретики от него, наверное, потребуется. Поэтому тоже, наверное, возможно сильное движение. Ну, также у нас ожидаются еще четверо представителей ФРС выступят. В общем, наверное, полетаем сегодня. Ну, или хотя бы поползаем. Так, что у нас по евро? Ну, евро после такого значительного снижения получил передышку. Это вот на фоне вчерашнего заявления Пауэлла и опубликования протокола в фонд. Так что ему позволило это немного подрасти. Вот. Ну, главным фактором поддержки, конечно, был доклад Пауэлла о монетарной политике. Вот он все-таки признал упорную слабость инфляции, неопределенность перспектив. Вот. Но подтвердил готовность Центрального банка действовать сообразно ситуации. То есть это еще и не значит, что будут они там сильно ставки снижать. Что там? Ну, вот эта передышка, в принципе, которой евро пользуется, она вполне возможно будет и не очень длинной, вот, потому что очередная вот эта вот волна монетарных стимулов со стороны Центрального банка Европейского, которые тоже уже могут быть в ближайшее время применены, не даст ему сильно подрасти.
предполагается все-таки, что пакет мер по стимулированию экономики может включать в себя и понижение процентной ставки в Европе и возобновление программы количественного смягчения. Вот. А еще один фактор, который может оказывать давление на евро, это вот выдвижение главы МВФ Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка, что, в общем-то, не добавит там каких-то ястребиных настроек, да, Европейскому банку, потому что в любом случае темпы экономического роста все-таки у нас снижаются в Европе, и такая политика, в общем-то, оправдана. А поэтому вот это вот наша поддержка, сопротивление 1.13, вот эта сильная линия, она пока не пробита, и будет ли пробита, как бы не факт. Поэтому даже не знаю, стоит ли куда-нибудь евро сейчас брать с текущих уровней. Ну, у меня пока позиция наверх открыта. Но я думаю, что где-нибудь поищу точку для разворота. Британский фунт. Ну, тоже, да, ожидали мы дальнейшее снижение фунта, но вот вместо этого он вчера так энергично отскочил. И даже вот сегодня пробивает уровень 1.2528. Ну, пробьет, не пробьет, пока неизвестно. Ну, такое вот. Ну, в принципе, я думаю, что следует к этому росту относиться как просто к коррекции. Ожидать там какого-то там серьезного укрепления рановато. Но он, конечно, может еще немножко продолжить рост, но вот шансы выйти выше 1.26, я думаю, пока небольшие. Ну, у меня пара тоже вверх. Давайте посмотрим на еврофунт. Еврофунт у нас, в общем-то, как-то мало отреагировал, хотя он вчера чуть-чуть тенью свечи вышел выше предыдущих значений, но все же как-то ему не удалось так особо сильно вырасти, но при этом и откатиться, хотя был и хороший рост фунта, ну, как-то все равно, видимо, евро пока держит его как-то сильнее, чем фунт. Но мы все равно ждем, ну, то есть он пока гуляет в этом узком канале восходящем, но все-таки мы ждем пробоя вниз, очень хочется его увидеть ниже. Так, а вот посмотрим, ну, давайте Канаду. Смотрим Канаду. Ну, Канада снижается, тестирует такой многомесячный минимум, продолжает. Ну, в общем-то, учитывая, что продавцы быстро перехватили инициативу, вот, можно предположить, что они будут еще провоцировать снижение. Вот. В общем-то, вдохновили участников рынка вчерашние заявления Банка Канады, в ходе которого было принято решение сохранить ставку на прежнем уровне, там 1.75 у них ставка. Вот. Ну, так как канадский регулятор, по-моему, ни единого намека он не дал на возможное смягчение экономической политики в перспективе, а трейдеры, в общем-то, восприняли это в качестве еще одного доказательства, что Банк Канады не собирается следовать примеру Европейского центрального банка, ФРС, Резервного банка Австралии, которые уже анонсировали все-таки неизбежность снижения ставок. Вот, оптимизма, в общем-то, добавили прогнозы банка по экономическому росту и инфляции. Вот, ну, к примеру, прогноз по ВВП был улучшен до 0,4-0,3%. Поддержку, в общем-то, канадскому доллару также оказало снижение, общее снижение доллара США, а также восстановление нефти. Все-таки доллар у нас под давлением оказался.
Ну и, в общем-то, если все-таки у нас на июльском заседании ФРС понизит ставку на 25 базисных пунктов, то, в общем-то, думаю, что доллар все-таки еще пойдет ниже, и тогда мы сможем, наверное, ожидать пробития уровня 1.2992 и, может быть, даже туда по ходу к 1.28 по Канаде. Вот думаю, что так. Так, японская иена. Иена тоже у нас снижается активно. Вот, ну, сейчас она пытается выше 108 стабилизироваться. Вот. Но опять же, на нее тоже оказало большое влияние ослабление доллара после вчерашних заявлений. И в ответ, соответственно, рынки начали пересматривать свои ожидания. Единственное, что помогло сдержать, наверное, сильное падение иены, это позитивный настрой фондовых рынков, которые все-таки вот приветствовали возможное снижение процентных ставок. Рост акций у нас как-то традиционно так вот неблагоприятно сказывается на иене, не давая ей так вот особо укрепляться. Так что ждем сегодня выступления Пауэлла, выступления всех руководителей и представителей центральных банков. Мы посмотрим на движение. Игорь, вам слово. Или ваш план, что смотреть, чего ждать, так с вами и поступим. Наталья, спасибо большое вам за ваш обзор и ваше мнение о том, что может происходить сегодня. Желаем вам, чтобы все так и прошло, как вы задумали. Хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо большое, всем профита. Спасибо, до свидания. До свидания.